Киоты, иконы, изделия интерьера, датированные 18-19 веками, всего более 150 предметов. Эти ценности были похищены в разное время и из разных храмов. Следствие длилось больше года и до сих пор не завершено. Но МВД сочло необходимым передать реликвии церкви уже сейчас. Я низко кланяюсь вам, всем вашим сотрудникам, и хотел бы призвать правоохранительные органы умножить свои усилия к тому, чтобы все то, что было вывезено, все то, что является важной составной частью нашего огромного, имеющего мировое значение культурного наследия, вернулось в Россию. Верим, что с возвращением святынь и милость Божия будет все более и более преклоняться к нашей стране. Вывоз именно этих ценностей удалось предотвратить. Правоохранительные органы изъяли их во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Иконы хранились в тайниках, по словам следователей, в чудовищных условиях. Ущерб еще предстоит оценить. Экспертизу провести пока не успели. Задержано трое подозреваемых. Как установило следствие, дело у преступников было поставлено на широкую ногу. В рамках расследования этого уголовного дела мы установили, что еще одна большая партия подобных предметов уже была переправлена в Соединенные Штаты. По нашему поручению там вся эта партия арестована, и сейчас мы принимаем меры к тому, чтобы до завершения следствия спасенные ценности будут храниться в храме Христа Спасителя. В дальнейшем они либо перейдут церквям, из которых когда-то были украдены, либо, если владельца установить не получится, распределены между приходами. Наталья Вилька, Евгений Лешин, Инфокс.